Моя складная солнечная батарея. Давно хотел рассказать о ней. Ношу с собой на рыбалку, в походы вот такую вот солнечную батарейку для заряда телефона. Вот она вот так складывается. В сложенном состоянии ее размер 20 на 20 сантиметров. Стандартный USB разъем. Вот так она раскладывается. Получается 40 на 20 сантиметров в разложенном виде. Производитель заявляет характеристика потоку 1 ампер, но в действительности где-то 700 миллиампер выходной ток. Ну, этого, в принципе, достаточно для заряда телефона. Такая вот батарейка. Очень удобная для переноски с собой. Есть карман, сюда можно положить, если маленький или телефон, или пауэрбэнк. В походе где-то на рыбалке очень сильно выручает. Удобная.